Приветствую вас, дорогие зрители. Чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. В Министерстве обороны заявили, что Украина выиграла первую фазу войны с Россией. Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, враг не достиг ни одной из поставленных целей и понес тяжелые потери. Ключевой задачей врага было за несколько дней захватить Киев и взять под полный контроль все государство. Это была первая фаза войны, и врагу не удалось ее выполнить. Во время этой фазы враг использовал 24 батальонно-тактических группы, своих спецназовцев и понес большие потери, отметила она. Маляр подчеркнула, что огромное количество вражеских войск было сконцентрировано вокруг Киева и области. ВСУ нанесли абсолютный удар врагу, и первая фаза была выиграна Украиной. После этого враг начал использовать другую тактику и стратегию в войне с Украиной. Впереди нас ожидает сложный и длительный этап борьбы до полного очищения нашей страны и установления суверенитета в государственных границах. России еще много ресурсов, которые она может использовать уже в ближайшее время, сказала замминистра. Оцените качество новостей лайком или дизлайком, а также напишите комментарий. До встречи!